Al sta podičamo kondal, viskišamo Natali. О, привет-привет. А вы уже тут? Сейчас забираем девчонок и едем на каньоны Акация, каньоны Мартвили. Я еще хочу заехать на водопад Кинча. В этом году еще не был. Вагит хау дзюрпасо, чени шехвед риск зевс. Не дав акихо, не дав кхе дав де да, шева хев де хевс. Ара висес вис, чеми цахилис, вис, ве цахи вис. Мо уцхени акучебс бунебас, цвимс, учвело цвимс, дама инс шидобит. Чемо сицоцле боло джер гигос ницремли антвалепс. Бирдеви, кшира чаули шари дарме, чени сахлис карепс. Так, девчата у нас с Украины. Да. Мама Варвара, дочь Александра. Откуда вы? Николаев. О, такое же море есть. Чего вы приехали на море? Там море, там уже. Там много медуз. Ага. Ну, последний раз, когда ездили наши друзья, они увидели желе. Не море, а желе. А-а-а. Они просто слоем были. И налетело очень... Или такой период попался, налетело было очень много божьих коров, как можно было горстями. Понятно. Гребсти. Ну, я так понимаю, вам больше горы интересны. Когда был Крым, мы ездили в Крым. Крыма не стало, теперь мы ездим туда. У вас есть Карпаты? Там моря нет. Ей просто нужно, чтобы было комбо. У нас есть Кимбрусская коса. Это интересно. Там интересно побывать. Но мы любим новые там печки. Красиво. Да, хорошо. Но вы говорили, это ваша первая заграница? Да. Да. О, паспорту 3 года надо было попортить. Чуть-чуть. Знаете, взяли мама с дочкой, приехали в Грузию. Это Мартвильские каньоны. Мы сидим в кафе прямо возле каньонов. Вот нам принесли, вот смотрите, это мчади, будем пробовать. А это как это называется? Хачапури по-мигрински. Вот отлично. Кушаем и едем в Акацию. Хотим посмотреть другие еще каньоны. Спасибо. Все, приятного аппетита. Спасибо. Так, ребят, купили билеты 17 лари 25 тетри. Это каньон Акацию. Там вход, и мы идем туда. В общем, решили туда-назад съездить на машинке. И мы здесь искали машинку... Без крыши. Мы, помню, с женой как-то здесь были, и мы на ней ездили. То есть предлагают нам делики, джипы разные. Но не так интересно. Хочется вот конкретно с ветерком без крыши проехаться. Вот эта машинка, ребят. У меня жена тут стояла вот где-то. А, вот здесь она стояла. Юля, ты помнишь, как ты тут прыгала сзади? Стоя ехала. Не, машина крутая, конечно. Вот водитель, смотрите, какая большая борода. Как тебя зовут? Леон. Леон? Леон, вот это твоя машина. Как называется? Вранглер? Вранглер, да. Вот, класс. Ну, нам ехать 2 километра? Ну, чуть больше. Больше 2 километров. Туда? Да. По каньону там 1,5 километра, да? Да, да. 1,5 километра по каньону? Да, ну там понятно, пешком пройдем. И нас Леон заберет в конце. Да. Да, вот запомните эту машину. Вранглер, самая крутая машина на каньонах Акация. Все, мы сейчас грузимся, я становлюсь сзади, девчата. Вы попадаете, тут сильно трясет, поэтому вам лучше сесть. Вот так вот, ребята, отправляемся. Привет. Видите, там тоже камера. Мать, помаши. Мать. Главное держаться. Главное держаться. Саша, ты держись, а я мать. Я не знаю, как я буду снимать. Одной рукой держусь. Я тут потом как царица устроилась на 2 сиденьях одна. Андрей, вы там как? Вперед! Нормально, едем. Вот это хорошо. А он свиньи гуляют. Шашлык ходит. Дарига 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 дар
дано кедне би, чем ти пони се дедне би, лама за псом да би на хавер, босавите давдне би. Все, мы приехали. Закрыла. Да. Я жива, охренеть. Все, Леон едет туда дальше, мы там, и он нас там подождет. Да, да, хорошо. Ну вот тут мы будем заходить. Вот три билета. Да, да. И мы выходим в каньон. Ребята, будете смеяться, мне просто так обидно. Я в машине оставил квадрокоптер. Он у меня в багажнике лежал. Мы сели на джип, я еду и вспоминаю, что у меня мой вертолет остался в багажнике. Ну ничего, будет необходимость вернуться сюда еще раз и уже снять это все дело с воздуха. Ну а пока я вам покажу пеший маршрут, какие там виды. Все, прошли? Да. Идем. Смотрите, тут я не знаю, наверное, миллион ступеней. Мы идем, 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 идем. А я иду все, раз свой квадрокоптер, думаю. Вот что значит поехал без жены. Там уже начинается каньон, видно. О, наши ступени. Все продолжается. Девчата спросили, говорит, а потом подниматься надо? Я говорю, нет, нас там заберет Леон на своем Вранглере. Поэтому мы идем только вниз. Тут у нас туннели начинаются. Ух, там где-то все, это земля там. А мы заходим в такой туннель. Тут, я так понимаю, камни сыпятся, поэтому сеточку поставили, чтобы ничего на голову не упало. Вот. Смотрите, пошла. Пошла сетка на полу. Тут высоковато. Вот тут. Вот так вот. Это то, что нас держит. Надеюсь, они не испугаются. Не страшно вам будет? О, смотри, какая высота. А вот, прям вот на обрыве все. А наш мостик-то шатается по чуть-чуть. Я просто стараюсь ногами ступать на те места, где вот эти вот балки металлические. Это синие, это все. Вообще, люди с нами идут уже. Очень красиво, конечно, и так прям идешь. Сказали, что нам нужно 1,5 километра пройти к тому месту, где площадка обзорная. Похоже, нам нужно все-таки подниматься наверх. Я думаю, девчатам не понравится. Сюда надо под Анастасией ходить. Почему? Я не понимаю, что под ногами ничего. Тогда можно идти. Ну, не знаю. Ребят, в эти каньоны надо приезжать
когда не так жарко. На улице 37. Ну или под шофе. Не, под шофе еще хуже, не, не вариант, тут вообще помрешь. Вот мы поднялись немножко на гору и снова дальше. Смотрите, продолжение нашего пути. Я тут маму подожду. Да, тут Варвара потерялась где-то. Вон там обзорная площадка, люди там собрались, стоят на краю пропасти и наблюдают. Мы подходим уже на смотровую площадку, тут такая будочка. Амар Джобат. Не, ну посмотрите, что тут происходит, а? Понятно, фотосессии. Можно посидеть, отдохнуть. Опа. Высота, наверное, метров 250-300. Смотрите, какая красота, да? Вода такая зеленая, речушка течет, так хоп. И вот там вот все это дело. Ну там она видишь, что маленькая. Там все видно, видишь, откуда она течет. Похоже на зиплайн, как будто здесь протянули канаты. Красиво, да. Здесь красиво. Извините. Ты пришел? Отлично. Молодец. Еще наверх. Ты же видела? Все. Все дошли. Команда в сборе. Я не знала, что у меня столько есть частей тела, которые может труситься одновременно. Просто холодец. И такие это зиплайн, ребята. Если вы захотите проехаться, вот смотрите, оттуда вот туда, то это не сейчас. Ну, сейчас закрыто почему-то. Ну, охранник не смог мне объяснить, почему. Ну, не работает. Говорит, работает зиплайн на водопаде Кинчха. Да, жара неимоверная вообще. Боитесь высоты? Я не думала. А здесь подумали? А вот здесь-то я не подумала, я ощутила. Меня чуть-чуть покачало, подтошнило, а тут меня конкретно затошнило. Нам сейчас туда, наверх, наверх, наверх. Да. Готовы? Да, ну нет. Сейчас. А зиплайн это ж легче и быстрее. Ну так вы же оттуда еще должны как-то добираться. А, да? Конечно. Ну что, идем далее. Поднимаемся вверх. О, похоже, мы почти пришли. Вот, ребят, выход. Это свобода. Узники каньона Акацы. Ура! Леон, привет! Все, ждем Варвару. Александра пришла. Матушка. Цела. А тут есть кафешка. Это все, что я знаю о ней. Можно попить что-нибудь. Как хорошо, что источники рада холодные. К нашей машинке. И будем ехать. О, все, выезжаем. Сашка залезла вверх. Я мертвая. Это я мертвая. Варвара здесь. Ливан рулит. Мы учимся по кочкам. Ой, мама, чтоб ты видела все с моего ракурса. Ой, мама. Автомон, Андрей, я посмотрю. Классно. Боже мой, моя бусинка жаркая. Боже мой.
Пропускаем, тут разные Хонды. Хонда неинтересна. Вот так надо. Дождешь, Леван, так что на такой машине можно проехать? Как? На такой машине можно проехать? Здесь? Да. Проезжает. Ай, наверное, машину не жалко. Это, наверное, прокатная. Кстати, это весьма вероятно. Ну так а что? Ну еще одна. Ты потом ее пригнал, колеса поставил. Кто там видит, что под ней? Ты посмотри, а, едет. Как Варвара сказала, офисным работникам сюда надо, да? Надо, надо растрясти мозги, потом с таким остервенением работать будешь. Меня отпустили мои, мне не звонят специально, чтобы я отдохнула. Они думают, я буду производителем. Сам вход каньоны Акации. А мы сейчас едем. Леван нам покажет свой дом. И... Это гостиница у тебя там будет, да? Да, будет. Вот, тут смотрите, ребята, Леван строит себе гостиницу. Вот. Будете в каньонах. Я думаю, в следующем году уже можно будет заехать. В следующем году будет работать, Леван? Да, по-моему, да. Ну, по-моему, говорит, будет. Я думаю, будет. Выглядит очень круто. Не, красиво, молодец. Вот видите, у меня такая шапка, у тебя такая борода. Ну, почти грузин, да. Ну. Леван, ты мастер. Молодец. Спасибо. Да, ребят, такая дорога вообще. А вот самая эта Акация. Сюда, когда приезжаете, вот, каньоны Акации, вы заходите туда, ну и билеты